2014 год, Бангладеш. Скоро будут парламентские выборы и выборы в местные советы. И в отличие от наших стран, где политики тратят огромные средства на предвыборную кампанию, здесь, в Бангладеш, делается все намного проще. Вот такое политическое дерево, где много веток обвешаны рекламой самых разных кандидатов. В принципе, ни для бюджета, ни для самих избирателей и тех, кто хочет идти на эти выборы, это не стоит ничего. Но работает достаточно эффективно. В людном месте, где находится много кафе, каждый проходящий обязательно увидит предвыборную агитацию этих кандидатов. Я думаю, что самая эффективная реклама не у того, у кого выше плакат висит, а у того, у кого плакат прибит на этом дереве в самом заметном месте, куда все проходящие обязательно посмотрят.